Павел, ну, во-первых, с днем рождения, во-вторых, с победой. Каким сегодня получился матч? Спасибо за поздравления. Выиграли. Такой непонятный матч, сумбурный. Особенно начало третьего периода. Много удалений. Плюс мое в концовке. Ну, результат есть результат. Пацаны, Бабенко, Комаров забили первые шайбы. Поздравляем с этим. Ну, наверное, одна из самых сложных побед в этом сезоне вообще. Ну, непредсказуемая, я бы сказал. Потому что хорошо 2-0 вели, потом начало третьего периода, 2-2, и уже доработали, так скажем, в конце. Почему так много удалений было? Уже в первом периоде 16 минут штрафа на две команды набрали. Вроде во втором чуть-чуть подуспокоились, но в третьем все опять по новой началось. Блин, ну это тяжелый вопрос, на который, наверное, у меня нет ответа, потому что надо посмотреть момент, надо разобрать. Где-то, может, недоработали ногами, где-то свои силы преувеличили, там побежали куда-то не на свое место. Поэтому отсюда все идет, настрой, голова. Забросили сегодня еще и шайбу в день рождения. Бывали такие моменты до этого? Да, было года 3, наверное, назад тоже. Ну, это второй раз получается. Приятно всегда забрасывать, и особенно в день рождения. Ну и в конце немножечко, наверное, подпортили вот этим штрафом. Как сами считаете, было или нет? Может, посмотрели уже? Посмотрю, но все, что я видел, для меня это спорно. То есть шайба была ничейная, момент плеча, как бы надо посмотреть и разобрать. Пока что думаю, что, наверное, нет. Но если там нанес травму игроку, то это было не специально, это был бы обычный игровой силовой момент. Спасибо большое, с победой, с днем рождения еще раз.